Всем привет! Сейчас буду записывать видео с ускорением тоже. Так, температуру сейчас надо повысить. Но я буду разгонять, также буду. Но на этот раз я ускорение увеличил в 1,5 раза. С 2000 до 3000. Так, сейчас температуру повышу, чтобы... Температуру сопла. Так, 235 сделаю пока. Все, начинаю разгон. Сейчас 100%, делаю 200. Так, смотрим. Так, следующее. 400. Ну тут пока не страшно, будем так разгонять. Еще раз спасибо подписчикам за комментарии. Подписчику, который подсказал про джампер, тоже спасибо. Особенно и тем, кто неправильно подсказал, тоже спасибо за участие. Всегда приятно, когда пишут что-нибудь такое веселое. Так, 400. Делаем 600. Так, 600. Ух, приятный звук какой. Так, забыл посмотреть, что эти джамперы обозначают, чисто физически, что они делают, вот переключатель. Надо будет глянуть в интернете, что это обозначает. Даже интересно, чисто. Вот, 600, делаем 800. 800. Так, 800 пока печатает. Так, делаем. Сразу 1200 буду делать. Почему? Потому что 1200 делаю. Так, 1200. Может, температуру поднять? Так, вот эту. Так, 240 сделаю. То есть тут можно 240. Так, 1200, делаем 1600. 1600. Ну, чувствуется, что ускорение. Так, движки пощупаю за одно место, за вымя. Так. Ну, погорячее сейчас, чем раньше были. Ну, рука терпит, легко терпит. Вообще легко. То есть, не знаю, тепловизор подключить. Ну ладно, потом все обещаю. Ладно, сразу 1800. Слушайте, даже печать что-то не обрывается. 1800. Держим движок. Пока тепленький. Ладно, 2000. 2000. Ну, идем на рекорд. Я вообще в бамбу смотрел, когда на выставке был. Он на больших скоростях когда печатал, ну, типа такого же. Но я не знаю, сколько там процентов было. Он из такого дерьмового легкого пластмасса, этот бамбу, сделан. Что его начало качать, и он со стола начал падать. Из-за инерции. Так, 200 делаю. Не, и 200 сделаю, боюсь, 2200. Ладно, 2200 делаю. 2300 давайте сразу. Ну, 2300. Ну, уже не печатает, но не срывается. Сейчас движок попробую. Движок не горяч, но тепленький. Еле теплый. Так, ну и что, ломаем до конца машину. 2500 делает. Так,
А, он все уже не разгоняется. То есть ускорение уже на пределе. 2500 я добавил, но ничего не поменялось. Это надо ускорение уже добавлять. Все, спасибо за внимание, будем тормозить. Так, где у меня тормоза? Вот они. Ну все, не сдвинулось ничего, все нормально напечаталось. Ну как нормально, обрывки есть, сейчас увеличу. Рванье пошло в конце. Но я в смысле в том, что все, запарковался. То, что сейчас увеличу. То, что не сдвинулись, то есть дорожки. Блин, надо дверь открыть, чтобы через без стекла показывать. Так, а то резкость не наводится. Так. Ну вот такое качество напечаталось. Ну вот, 2500, да, вроде было, да, 2500. Ну, 2500 уже не чувствовался это, изменения никакие. А значит, еще ускорение добавлять. Ладно, в следующий раз еще ускорение добавим.